Да, ну я там по образованию все-таки не кинокритик, но, наверное, здесь есть над чем подумать, да. То есть, с одной стороны, поддерживать только окупаемое кино неправильно. Ну, во-первых, оно и так уже окупается, да, во-вторых, тут тоже можно спуститься на дорожку, да, так сказать, потворствования каких-то там вкусов. Да, может быть, как раз стоит поддержать умное кино, которое не факт, что окупится, но иногда и может и выстрелить, да. Но тут вот нужно пройти вот эту тонкую грань. Возможно, действительно, надо подумать над более широким там, представительством разных, да, там, слоев и каких-то профессионалов киноиндустрии, кинокритиков, общественных деятелей, религиозных деятелей, чтобы вот они участвовали в этом отборе, формировали вот эту заказ, эту повестку. Вот тогда, может быть, и отбор будет более адекватным.